We've just arrived in Gorlivka, and behind me is an apartment building that has taken artillery fire. And we're going to speak to the people here and find out exactly what happened from the eyewitnesses that saw it themselves. But we're told that it was Ukrainian fire that came down on this apartment building, and it's not the first time. And over here is a school where it's reported that two teachers lost their life when the shell hit the school. And we're going to investigate further, so like this video, share, subscribe, and here we go. Сказать, что произошло? Что произошло? Взрыв произошел. Ага. Вот по школе ударили, а потом ударили вот нежилой дом. И вот повыскакивали стекла, повыскакивали все. Вот у меня есть. Я... Что? Это не жилой дом. Это жилой, вот он, не жилой. Туда снаряд попал, и оттуда взрывной волною пошло вот по всем окнам. Ага. Вот. Это откуда это стреляет? Откуда стреляли? Я считаю, с той стороны. Кто там? Да, да, где-то туда, туда аж, где стоят украинские войска. Ага. Можете еще показать? Куда, что? Куда попало? Можете еще раз? А еще вот в школу погибли два учителя. Там школу. И в 22-ю школу вот туда поедете, там вообще балконы посносило все. Два снаряда очень, или три большие было. Во сколько это было? Громадно. Во сколько это было? Где-то, ну я точно не знаю, но где-то или около 11, или что-то вот так в этом районе. Но я не буду уточнять, я не помню. И были дети в школе, когда... Я не знаю. За детей я не знаю. Но учитель, да, учителя, вот катафалка, увезла уже их. Вот. Так что вот такие дела. Стреляли сильно большие, то есть сильными. Как вы подумал, почему украинские войска стреляют на школу? На школу мы не знаем почему. Они стреляют 8 лет по нам. 8. На школы стреляли, на все. Все. 8 лет мы в подвалах. Вот здесь в подвалах сидели. Все. В подвалах сидели на первом этаже. Вот мы сидели в 15 году. У меня даже канализационная труба отскочила кусок. Вот так дом трясся. Это в 15 году. Все, вот это у нас 8 лет мы терпим. И вы далеко от позиции? Есть здесь ни позиции, ни солдатов, только мирные жители, да? Ну, конечно, какие у нас позиции? Пожалуйста, проедьте. Все, ну стреляют же оружием. Мы же понимаем, что уже это ж не на километр, не на два стреляют. Вы очень еще... далеко от фронта, да? Отсюда до фронта сколько есть? Нет, до фронта, я считаю, здесь 15 километров. 10, вот они стоят. А с этой стороны еще ближе, километров. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, что нас признали? Признание ДНР? Я положительно отношусь. Да. Ну а как? Сколько можно терпеть? Вы же видите, по телевизору только все, именно Америка, Германия, все Евросоюз, никакого, я слежу за новостями, я понимаю, нам хочется, мы бы в мире все жили бы, но этого не получается. Нигде не заостряется вопрос, что да, по нам стреляют, жители терпят, приехали, показали все, а только там Украину обижают и все. Но переворот кто сделал? Кто сделал? Украина? Там сделали пару. И сразу они начали что? Кто не скачет, то и москаль. А надо было делать не так. Вот. Русские прижимают. Вы прекрасно все сами знаете. Об этом все говорили, все это все. Что вы думаете о заявлении Генсека ООН, который сказал, что здесь нет геноцида? Если что? Что геноцида нет.